вечер, дорогие друзья! Спасибо вам большое, мы очень рады, что вы пришли на концерт. Польет с небес на синь, стонут журавли, словно плачут пороси, утонут вдали. Небо, небо, в небо с ними на закате дня, только видно место в клин, нет для меня. Я стою среди полей, убранных, скошенных, сердцем родины своей, чувствуя усталость. Я стою среди полей, дней моих крошева, и последних журавлей опускаю вдаль. Белый звон, молча помолюсь, на березовых колотонях носит меня Русь. Озера словно слезы родины моей, и садиться, садиться можно, облишь журавлей. Я стою среди полей, убранных, скошенных, сердцем родины своей, чувствуя усталость. Я стою среди полей, дней моих крошева, и последних журавлей опускаю вдаль. Красивые, в хорошем настроении. А можно еще аплодисменты вас услышать? Знаете, как это здорово! Артисты, такой приятный, теплый зал. Группа «Губерния», Андрей Гиенко на баяне сегодня у нас. На гитаре Алексей Цыпаков. Я Алексей Петрухин и группа «Губерния». Мы привезли вам русские народные песни, песни, которые популярные песни, и, конечно же, свои авторские песни.
И для нас огромная радость сегодня находиться у вас, в вашем замечательном городе.